Ребята, всем привет! Сегодня в этом видео для вас подготовила очень интересный, полезный новый материал, где покажу одну настройку, которая всегда у вас работает в фоне. И это связано с Гуглом и местоположением, скрытым образом это включено. И работает в фоне, поглощая заряд батареи на вашем телефоне. Поддержите видео лайком и напишите в комментариях, была ли у вас эта настройка включена, либо отключена. Но, скорее всего, в 90% случаев точно будет включенной. Ну а мы приступаем к делу. И эта настройка есть на любом Android телефоне, вне зависимости от модели. Xiaomi, Samsung, Pixel, Huawei, Honor и так далее. Итак, заходим в главные настройки, пункт. Google. Нужно зайти в свой Google аккаунт. Пункт. Настройки для приложения Google. Кстати, до этого я не замечала эту функцию в связи с тем, что наши телефоны постоянно обновляются. Заходим в поиск ассистент и голосовое управление. И вот пункт есть уведомления. Заходим. В самый низ. Ваши темы и так далее. И оказывается, что эта полностью бесполезная функция включена. Смотрите, что написано. Приложение Google будет использовать в фоновом режиме приблизительное местоположение вашего устройства, чтобы присылать новости о погоде, экстренные помещения и другую полезную информацию. Давайте скажу, что новости о погоде, погодное приложение, оно и так будет замечательно работать и без этого приблизительного местоположения. То есть вы, допустим, находитесь в одном городе, оно приблизительно покажет другой город вашей страны. Ну, чтобы вы понимали точность работы, соответственно. Просто отключайте эту функцию, чтобы она не работала в фоновом режиме на вашем телефоне. Это самое страшное, потому что любая фоновая работа, соответственно, пожирает оперативную память и заряд вашей батареи будет уменьшаться. Отключите это, будет на пользу. Вернемся назад, зайдем в общие настройки, рекомендации. И что тут написано? Здесь написано, что на главной вкладке приложения будут появляться новости, связанные с вашими интересами. Мне лично это не нужно. Подумайте, надо это вам или нет. Самое главное, мы уже отключили в уведомлениях вот эту вот функцию. И также, ребят, все полезные ссылки на премиум приложение будут в описании под этим видео. Это громкий усилитель звука, Zflix, по просмотру фильмов, сериалов без рекламы. А на телеграм-канале вы найдете любое премиум приложение, связанное с вашими предпочтениями. Обязательно переходите, подписывайтесь и скачивайте все, что захотите на Antra Happy. Также смотрите мои остальные полезные видео на этом YouTube-канале. Спасибо за внимание, всем хорошего дня, пока-пока!